ждали, надеялись на встречу со мной, скучали. Как я вас понимаю, я бы тоже ждал встречи с собой, ведь я такой очаровательный кот, особенный. Все любят котов, и вы наверняка тоже. Вы покупаете своим любимым котам домики, как цветочки, игрушки. Нет, я ни на что не намекаю. Видели бы вы мой дом. О, как он прекрасен. Какая там перинка, какая как цветочка. И как много игрушечек. Но если вы вдруг захотите подарить мне еще парочку перинок и парочку игрушек с кошачьей мятой, я не откажусь. Видите, я совсем не похож на обычного кота. Я могу остановиться и не поддастся соблазну этой светящейся штуки. Ведь сейчас мне надо сконцентрироваться и не растрачивать свои силы на всяких магических светлячков. Мне надо настроиться на все 100 для моих любимых зрителей. А знаете, в каком шоу я бы точно стал победителем? В спальном шоу, где жюри оценивало бы то, как я сплю. А? Какая классная идея! Кто там на НТВ главный? А? Подумайте! А пока вы думаете, я отправляюсь петь. Yeah.